Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. Сегодня мы с вами разберем и смажем замок межкомнатной двери. Если у вас появился такой скрип, то замок желательно смазать. Давайте начнем. Для начала открутим ручки. И с другой стороны тоже. Сняли замок. Вытянем направляющую. И открутим сам замок. Пойдем разбирать. Снимаем. Замок разбираем аккуратненько. Слышите? Вот сейчас мы его и смажем. Снимем саму защелку. Отсоединим пружину и вытянем. Вот видно, где у нас он трется. Хорошо. Мы используем графитную смазку и смажем трущиеся места. Наносим совсем немножко ее. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Встала на место. Уже скрип пропал. Можно собирать назад ее. Некоторые наши зрители утверждают, что современные замки смазывать не нужно. И даже это для них очень вредно. Но мое личное мнение для более долгого и качественного служения замка, их желательно смазывать, трущиеся детали. И покупать новый замок из-за того, что старый стал плохо работать, совершенно не обязательно. Может, это будут просто лишние растраты. Можно немножко вот здесь вот этот вот смазать. Все, будем ставить назад. И собираем замок все в обратной последовательности. Звук скрипа исчез. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Спасибо всем. Пятница 7.